Ну а теперь к другим темам. Кто готовит вкуснее, быстрее и интереснее? В столице в минувший выходной прошел первый международный кулинарный фестиваль «Визит Дагестан-2018». В роли судей выступали лучшие шеф-повара мира. В день открытия прошли соревнования в приготовлении блюда из курицы и ресторанного сервиса. Для приготовления двух порций горячего основного блюда с гарниром и соусом участникам предоставили всего 45 минут. Кроме того, конкурсанты при подаче своего шедевра делали его краткую презентацию. По итогам основного дня члены жюри определили лучших поваров в номинации «Соревнования по ресторанному сервису». Победителями стали представители одной из столичных компаний.